блядь, видишь, все тишина, блядь, все посмотрели, охуели, наверное, серии. Конечно. Конечно, это... Ну что, Север ВДВ? Север ВДВ, походу, да. За чемпионство? Нет. Просто? Просто будет. Заметь, сыграли в этом клипе, немного людей сыграло. Не знаю почему, они, может быть, они сказали, какой сценарий будет, и люди не согласились. И какая-то идея странная. Но дичь, серый. Прям оккультный, блядь, вот реально оккультный. Так-то круто, конечно. Поэтому, тем более, может быть, представители света там должны оказаться, врубиться совсем не там. Понимаешь, какая штука. Поэтому там музыка такая часто включается. Может быть, это редкость, что включается на самом деле хорошая, а на самом деле там вот рассчитано вот это вот. Но наше настроение может быть... Может быть, многое изменится. Оба хороши, да. Но Максимка здесь, он именно ВДВ, вот, да, он хоть и странноватый, как и Север тоже, да, достаточно странноватый, такие парни. Просто Макс, вот, чисто уважение, как долго, что он бьется здесь, вот сколько он боев уже он здесь пробивает, сколько лет, три года бьется, да? Да. Поэтому вот уважение, да. Ну и за все вот это, конечно, что вот молодец, поэтому, может быть, странноватый, что он вот так вот десантник, вот такой вот. Расписано, а Север такой вот, да? Поэтому. Поехали. Мне кажется, он пришел в РВИ вот до сих пор. Обзываться нехорошо. Как обзываются друг на друга пары, но понеслась парни. Все. Ну давайте, парни. Хороший бой. Неважно, кто выиграет, оба выиграют по-любому. Опа. Унес его. Максим сейчас будет ему отомстить. Ранее этим должен его, да? Хотя уранил. Может, он умел бы, что он понесет его урон. Ну, как бы логично же, да? Не обговаривали же от удара там. Ой, блядь. Ёх ты. Да, и сам получил, и дал сам. Да, да, да. Опять оба прям друг другу с передних. Лишь бы только они сейчас не застаивались и вот долго не сдерживались, а вот таким же макаром подбивались. Север вот что-то подвыхватывает боковые. Парочку уже прям нормально приклопится. Ну, залип. Логично, девица. Тигр. О, чуть-чуть там. Да, там такая влетит колотуха в обоих, конечно, блядь, очень больно. Наверное, выключает. Улетел бы, если правда, башка оторваться может. Оп, 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 оп.
оп, смотри, он прям хочет ему затылок ударить, да, он прям туда вот тот. Ну, он как бы бьет, но нету от того, от Максимки показаний, что он затылок ударил. А так он ему прям это, лезет туда, в черепушку-то бьет. Ты что делаешь? Оставь, 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 ты что серый, блин, перематывай. Да, блин, потому что ну, чё? Многовато. Ну, мотай назад, попадай. Давай, 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 блин, не тупи. Вот. Он же им сказал уже, видишь, что. Ты хотел на повтор перемотать? Я мотнул, они уже прям вот сразу начали. Ну вот, надо было оставить. Я чуть-чуть назад и зацепил вот эту репазу. Повторов, может быть, после первого и нету. Может, и есть. Вот теперь опять он ему, да, ударил по затылку. Да север слишком много, видишь, что бьет. Поэтому, честно, здесь что-то не особенно. Как будто хочет туда ударить. Максимка, держи тоже туда. Давай. Все, не стал. Я хотел, но не стал. Боку, боку, сейчас. Ага. Ой, ой. Ой, как вообще все интересно. Убежал, пробежал. К урагану прилетел. Тоже знаково. Смотри, как. Эти миллиметражи. Ой, блядь. Эти... Ой, блядь, миллиметражи вот эти вот. Прям кто-то промахнулся, кто-то успел. Опять просмотри, ураган в этот лаке вот обои. Здоровый. Там оба как-то крепкие парни. Ой-ой-ой, вот он уронил его, блядь, вот и толкнул. Я, говорит, тебе сказал, что уронил. Ну да, да, вас, ты смотри, чё. Стоп, он ему сейчас хотел сказать, он ему вот так, он ему взглядом сказал, прям ему показывает. Я тебе говорю, что уронил. Так он ему дал еще почувствовать и толканул. Ну вот попался, все, слово сказал. Тот, чем говорю, не уронишь меня, вот уронил, блядь. Потому что я не допущу это. Сейчас еще повторе покажут. Должны, по идее, показать, же, что там, кто вставляет эти видео. Что там, не знаю, вот. Оп, вот он еще толканул его, да. Ну я же говорил тебе, какая разница, ударом, кулаком там, блядь. Все, слово сдержал, красавчик. А вот у Севера сейчас будет одно дело эмоционально, блядь, в натуре кидануло. Второе, типа, отомстить, но уже эмоционально первое в натуре, что уронил, это неприятнее. То есть, либо сейчас он этом духом не ломанулся. Поэтому Север сейчас надо ВДВ попробовать два раза уронить. Да, да. Север, дела не очень-то хорошо. Как-то он это, устал. А ВДВ нам было, смотри, что он это, под речком. Ой, тут энергия, он же сказал. Эта энергия очень дух поднимает, когда он сдержал слово, себе показал. Так, сейчас надо... Он голову закидывает, в принципе, получается, да, у него хайтик удар, закидываем голову назад. Заваливаем так корпусы. Просто я думаю, зря они эти парни снялись в этом странном видео. В каком-то вообще очень странном. Надо было все тоже передать по-другому. Опять он смотрел, его валит все туда. Давай, давай, давай. Опа, тихо, 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 тихо. Да вышел, он его просто за руку цепляет уже. И так, и сяк. И севером отда накидывать. А Максимки силы кончились. Того он держит, у этого силы кончилась. Пальцами, блядь, да? Так за жизнь. Сейчас будут драться. Блядь. Блядь. Эх ты как, смотри. Вот подпля... Еще и счет открыли. Смотри, тот его снизу прям поддал ему справа. Да, и да, вот он, да. Вот, кстати, второй раз уже попадает. Вот первый раз вот, уронил, но не нокдаун. Смотрите, раз, раз попал, Максимка, давай, иди сюда. Максимка такой, ну, как бы... В легкую подулыбнулся, он подошел туда к своим сторонам.
Тихо. Давай, хорош. Все, да? Все. Ну, я не знаю, как здесь прогнозистом быть-то, блядь. Я скажу, что вот ВДВ выиграл. Да сейчас прикинь, все по-другому будет. В клипе снялся, типа, блядь, плюс 100 к армии, блядь. Плюс 100 к везению, к судьям. Понимаешь, в кино не снялся, вот минус 1000, блядь. ВДВ, конечно, ВДВ вообще. Просто, да, но четкий бой. Прикольно. Он доказал, отстоял, сделал самое главное. Да, я сказал, что да, вот так. Ну, если спросят, что скажешь, ну, бля, обговорено было как. Что я там ему дал и оттолкнул, хули ты лезешь там. Дал же, блядь. Эх, он трещать будет, блядь. Этот будет сидеть с бабками, блядь, за зрелищный бой, с бабками, с гонораром будет просто ему пасть копать. Интересно, если Сайфа не скажет потом, ВДВ, ты ответил за свои слова. Позже, может, говорю. Ну да, если ты ответишь, да. Ответишь за слова? Ответил. Понял. Да, молодцы. Лишь бы только никто не сгорел, не угорел. Красавчик. Ну чё, Сантей, так обзываться не надо просто. Ну чё, хули, блядь. Понимаешь? Да и клип зря такой. Клипец ещё этот, конечно. Вот. А чё у кислый парень, блядь? Ну а как так? Чё ж пари? Свою вытянул, что он, да? Да, молодец. Славу принес, вот штанцы мокрые, правда, за но это пот, скорее всего. Долго не буду занимать время. Да, конечно, чего. Хочу поблагодарить свою команду, Дмитрия Северина, Вадима, всех ребят, кто меня поддерживал. Да, он расстроился. Хочу выразить благодарность. Блин, еще если бабок на себя кто-то поставил, да, нормально просто, и кто-то кого-то приколол. Не, ну как бы с такой жизнью, да? Вот, он, конечно, в этом, сам он в шоке, блядь, он ищет пуговицы застегнуться, там пиздец, наверное, в мыслях. Реванш? Скажешь, ну да, я тебе вспомню за твои слова, солидарность. Кому ему? Раскачал на равны за поддержку. Зашел в ток-ток. Это юбилей с сегодняшним числом. То есть он сценарий чуть рассказал нам, подсказку. За поддержку все раскачал будет. Я на тебя обзовусь из песни? Ну ладно, ну давай. Из какой песни? Да потом узнаю, что ты гонишь. Нормальная песня пацанская. Да, да, вот так вот так это все происходит, брат, вот так. Где-то что-то не углядел, подповелся, подумал, блядь. Конечно, для него это удивление громаднейшее. Всех. Кто здесь в зале, никто в зале. Это мой 10-й юбилейный бой. О, 10-й, прикинь. Я выиграю любому. Александру. Сале тоже огромное спасибо за бой. Сценарий не выдал. Реванш? Конечно, да, я всем даю реванш. Молодец. Бабки заплатить нормально. Не сказал, но подумал, возможно, молодец. Потому что так он раз. Ты давай, скажи, про слово, скажи. Давай. Что? Я думаю, надо начинать подготовиться. Ты показывал настоящий класс. Скажи, уронил? Сказал, уронил. Давай. Ну. Ну. А мы ждем, ну ты че же? Либо он реально такой простоватый, да? Вот он, знаешь, такой сам по себе, что он как бы не гонит мне это. Ну, мог бы, да, ущипнуть, сказать это. Но... Была да. Тема, я же обещал, все сделаю. Артем Роман всех перечислил. Накидывает, да, откуда получается он.
пожелал. Оп. Мне надо как раз готовиться, чтобы пройти еще лучше. Жить.